Давайте мы спросим у господина Долгова, пожалуйста. Значит, как вы представляете себе организацию муниципальных выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик? Без Чурова. Петр, у меня такое впечатление, вы, наверное, плохо готовитесь к программе. По-моему, этот вопрос был актуален в марте прошлого года. Я с марта его задаю. С марта. Да. Так вот, сейчас не март, а февраль 2015-го. Но вы готовы ответить на вопрос, который я вам задал, Константин? Переговоры в Минске, погибло в Донецке 5 человек. Был обстрел украинской стороны. Погибли люди возле проходной Донецкого металлургического завода. Сгорел водитель маршрутки. Погибла женщина на автостанции, умерла в больнице. Которая выходила вот из аптеки. Это то, что предшествовало минским переговорам. И обстрелы не прекращаются. Не прекращаются. Вот вы слышали, обстрелы. Я сейчас говорил вот по поводу 20-й горбольницы. Говорит о том, что Европа заинтересована. Гостиница, где вы жили, на другом конце Донецка, противоположном аэропорту, она была обстреляна в воскресенье. И ночевал в этой гостинице. Попал лично под минометный обстрел украинской ДРГ. Вот это то, что предшествует минским переговорам. Как вы говорите о том, что Европа заинтересована в мире? Да. Нет, Европа не заинтересована в мире. И давайте отделять руководство европейских стран, госпожу Меркель, господина Оланда, от, собственно, населения европейских стран, которые, безусловно, заинтересованы в мире. И давайте вспомним о том, что у нас в ополчении воюют интернациональные бригады. Давайте вспомним о том, что под боком у госпожи Меркель, которую вы считаете, может быть, субъектом, объектом и так далее, находится 100 тысяч американских солдат, 25% американских военных баз за рубежом находятся в Германии, что Германия, локомотив Евросоюза, это оккупированная страна. И если вы хотите узнать, как в Донецке, в Луганске, в других наших городах относятся к сегодняшним переговорам, когда называют вот нормандская четверка, там четверо лидеров, для нас лидер там только один. И фигура, которая внушает уважение всем жителям Новороссии, Донецкой, Луганской народной республики, это Владимир Владимирович Путин. Именно на дипломатическую поддержку Российской Федерации надеются люди в Донецке и в Луганске, которых постоянно обстреливают, ежедневно, ежечасно. И я хочу еще вам сказать, что когда вы говорите вот о том, что Меркель, Оланд, они способны принимать самостоятельные решения, не способны. Про Меркель я вам уже сказал. Скажите, кто мешает господину Оланду? Это совершенно справедливо к Сове Мороз сказал. Кто мешает Оланду сейчас проявить действительно субъектность и отдать России Мистраль, показать, что Франция, как страна, как государство, которым он руководит, является договороспособным партнером Мистрали, не отдает, но поехал в Минск что-то там показывать себя договороспособным. Точно такой же управляемый американский человек. Я хочу, наконец, сказать по поводу поставок оружия. Да. Майкл Бом, мы с ним пересекаемся часто на эфирах, он постоянно поставки американского оружия. Я прекрасно понимаю, что, наверное, вам часть зарплаты, которую вы там в ЦРУ получаете, платят лоббисты американской военной машины. То есть те, кто производит летальные, нелетальные виды вооружения. Я хочу сказать, что американские... Нет. Вы не слушайте меня. Послушайте. Американское оружие на Донбассе у украинской армии и у карателей уже есть. И мы помним прекрасно, когда наша армия освободила Донецкий аэропорт от украинских фашистов, мы нашли там все эти М-16, М-4 и так далее. Откуда там американское оружие? Слушайте, ну откуда оно там? Потому что вы уже поставляете. Не обсуждайте. Но я хочу вам сказать, и, в общем-то, я думаю, что ополченцы со мной согласятся, что американские танки будут гореть на Донбассе, точно так же, как украинские, если вы нам будете их поставлять. Потому что вы не найдете дураков, которые сядут в эти американские танки и поедут на Донбасс. Мобилизация ваша. Потому что Украина полностью управляется Соединенными Штатами Америки и вашими коллегами. А теперь, после того, как, Константин, вы обратились с этой речью к Майклу... Мобилизация-то сорвана? Константин, я повторяю свой вопрос по поводу муниципальных выборов. Ответьте, пожалуйста. Это вопрос господина Долгова. Устраивает ли вас такое решение, как компромисс, как некая автономия, я не знаю, как что. Вот вы что думаете Донбасс по этому поводу? Донбасс никогда не станет Украиной, и никаких муниципальных украинских выборов там не будет. И когда говорится о том, что давайте разведем, вы что нам предлагаете, бросить Донецк? Я не уйду из Донецка, я там лягу с автоматом, погибну. Не уйду. Вы говорите 70 километров отвезти нашу артиллерию тогда. Куда отвезти? К контрольно-пропускному пункту Успенка, там, где граница Донецкой Народной Республики с Россией, да? А что, Донецк оставить?
чтобы вы туда зашли со своим американским оружием. Давайте по очереди, пожалуйста. Позиция – это прекращение огня. И мы, когда заключали Минские соглашения, мы же выполняли все. Мы отводили тяжелую артиллерию, мы не открывали огонь, но нас продолжали обстреливать, продолжали гибнуть мирные люди. И начиная с января этого года, Рождество, вот нечисть, она ж активизируется, да, вот в святые праздники православные, просто эскалация каждый день, все больше, больше, больше. Вот когда случилась трагедия на БС, когда украинские фашисты расстреляли транспорт с людьми, 13 человек погибло, а у нас такая трагедия сейчас каждый день, суммарно, да, вот такое количество людей. И я хочу спросить вас, где были американцы, где был ваш Обама, где была ваша Меркель, абсолютно управляемая Соединенными Штатами, где был господин Оланд, который поднимали абсолютно лицемерную табличку «Я Шарле», а что же они не вступились за десятки тысяч погибших мирных граждан на Донбассе? Потому что абсолютно наплевать вам, европейцам, управляемых Штатами, на жителей Донбасса, которые сейчас там гибнут ежедневно, ежечасно, потому что вы нас считаете людьми второго сорта. Но я хочу сказать, что я хочу четко разграничить европейские правительства и американское правительство от народа Соединенных Штатов и народа европейских стран. Они не хотят войны. Они не хотят. И они сейчас приезжают, антифашисты со всего мира, сражаться в рядах ополчения против таких, как вы, разжигателей войны, против тех, кто зарабатывает на войне, против американской военщины, против украинских фашистов и фашистов других мастей.